Лундина. Он же клюшку-то опускал Лундин. Кто зацепил там именно Овечкина, ну, без разницы. По большому счету, нарушение действительно было. Удаление абсолютно обоснованное. И смотрим на большинство Вашингтона. Опять Элзнер с Грином. И с Овечкиным и Бэкстромом Майк Нобл. Овечкин. На диагонали не рискнул. Грин. Бэкстром! Кнобл в одно... Нет, не Кнобл, это Овечкин в одно касание. Если бы Кнобл не попал, но удивительно в этом было бы меньше. Овечкин обычно в таких случаях забивает, ну, не 9, но 8 из 10 всяко. Может, шайба на ребре была, может, чуть подскочила. Повтор, наверное, не увидим. И атака Вашингтона продолжается. Нет, к этому никакой возможности. Вот из гораздо менее выгодной ситуации Овечкин все-таки забивает свою вторую шайбу в сезоне. Мульти-гол гейм, так называют подобные матчи в Северной Америке. И вот когда таких матчей Овечкина было очень и очень много, да. Когда такие игры случаются, как правило, голы действительно красивые. После сольных проходов, после вантаймеров. Сейчас вантаймер Александру не удался, зато получился бросок, момент которого, по-моему, Ролсон не видел за спиной Джонса. Мощнейший кистевой и... Ну, классик.